выполнить чисто не удалось, но зато виден потенциал этой пары. И красивая, и очень спортивная. Я думаю, что Юля Ковальчук завоюет себе очень большое количество болельщиков, выступая в нашем проекте. Передергался. Так обидно. Такой номер классный вообще. Смотрелось прям все супер. Ой, налази. Ну ничего, ладно. Чисто прокатались бы, все бы 6 только получили, 100%. Ну ладно, чего ж ты. Юлия Ковальчук и Роман Костомаров. Оценки за технику. 5-8, 5-8, 5-5, 5-8, 5-9. Средний балл 5,76. Технику Сикролидзе поставил тебе такую же. Оценка за артистизм. 5-9, 5-8, 5-6, 5-8, 5-9. Средний балл 5,8. Общий балл 11,56. И в этой дуэли побеждают Албена Денкова и Игорь Бутман. Валентин Николаевич, первый вопрос к вам. Вы всегда поддерживаете новичков на нашем льду. А что же вы, Ира, с Юлей? Я и сейчас, на мой взгляд, я их тоже поддержал. Что хотелось бы сказать? Удачно подобранная пара. Интереснейший танец. Такое мягкое скольжение. Интересные перебежки, повороты, позы. Я думаю, что у них все впереди. Ну, два падения. Два, причем серьезно, как мы говорим, тяжелых падений. Мы не могли не отразить в своих оценках. Но я уверен в одном, что пара с огромной перспективой. Она еще очень много раз порадует болельщиков, порадует телезрителей. Тамара Михайловна, почему вот такие оценки? Вы знаете, замечательная музыка Джона Уильямса. Все было вместе, все гармонировало, и постановочная часть, и это было с музыкой настолько гармонично. Здесь было все настолько красиво, что я даже забыла про падение, потому что я... Ну здесь почему тогда не 6-0? Не 6-0, потому что, ну, я думаю, что у ребят все впереди, и будут, наверное, такие выступления, когда будет бесспорно, и все будут ставить 6-0. Я с вами согласна. Татьяна Анатольевна. Вот Рома упал вдвоем. Я считаю, что это... Ну, я всегда считаю, что вина обоих, но тут больше Рома. Потому что он, ну как, он мастер. Он поднял ногу, сел на пистолетик. Могла быть вообще красивейшая штука. Иван на Олимпиаде не упал. И упали очень тяжело, долго вставали. Когда он еще встал, то он еще головой покачал. Ну, ну я за это верю, я десяточку сняла. Ну, Рома мастер, каких нет. Рома всегда наворачивает. Накручивает. Вообще номер по красоте своей, по внутреннему наполнению, вообще по содержанию, необычный для нас, очень интересный, и он им очень идет. И просто очень жаль, что вот полная картина у нас не случилась здесь сегодня. Спасибо большое, Татьяна Анатольевна. Я уверена, что ребята еще нас порадуют. Ковальчук, ты не плачь. Ай, я считаю, что, ну, первый блин комом, да, наверное, может быть, даже мы, что ли, закатали этот номер. Мы так волновались, я каждую секундочку говорила: Рома, давай еще раз, ну еще раз, ну еще раз. Ну, будем учиться на ошибках, ничего страшного, я надеюсь, нет. Будем готовить еще серьезнее и интереснее номер на следующую программу. Да, Ром? Да. Нет, в первую очередь, конечно же, хотел бы сказать спасибо огромное Юлии, которая справилась с волнением и сделала все по максимуму. Просто моя глупейшая, обидная ошибка, за которую мне стыдно и действительно неприятно. Но это случилось, и из-за этого потом, может быть, у Юли был срыв. Но это было уже, конечно, не важно, потому что, ну, номер действительно классный, и
Мы над ним работали. Спасибо Саше, спасибо Игорю Аршулику, который придумал его. И просто очень обидно, на самом деле. Я от себя такого не ожидал. Слушай, от тебя, брат, такого никто не ожидал. Удачи вам, не теряйте боевой дух. Договорились? Спасибо, счастливо.